Привет, привет. У нас опять похолодало. Тут у меня онлайн-кинотеатр работает. Дуся смотрит на цветочки, которые порывом ветра колышет и тащится. Ну и Кристюша тоже помогает. Я готовлю обед. Завтрак обед у меня будет. Овощная смесь замороженная с копченой паприкой. Я влюблена в эту специю. И здесь у меня колбаски. Интересно, они уже готовы? Колбаски куриные. Не знаю, девочки, готовы, не готовы. Ну, по идее, должны быть, потому что на гриле стейки так быстро готовятся. Чё колбаски-то? Чё колбаски-то томить? Ну, ладно, давайте еще минутку. Шипят, как шкварчат, да? Все, выключаем. Ну, собственно, все. И обед-то у нас уже готов. Очень быстро. И очень вкусно. О, опять дождик пошел. Все, обед-то мой готов. Выглядит, конечно, очень даже аппетитно. Цветочки. Солнышко то заходит, то выходит, но холодно сегодня. Всем скажу даже, сколько градусов. Видите? Это из-за ветра. Ладно, я обедать. Тюльпанчики не раскрылись еще, черешня не зацвела. Ну, вижу, маргаритки цветут. Маргаритки на клумбе у меня отцветают подснежники и Анютины глазки с прошлого года, прошлогодние, тоже что-то цвести начали. Все, девочки, я обедать. Я к реке приехала. Все, река уже в свои берега вошла. Рыбаки сидят. Она прям сегодня синяя-синяя. Сейчас поближе подойдем. Птички поют. Правда, ветерок, конечно. Но... Вот так, по-моему, причалы эти сняли. Которые раньше были. Ладно, сейчас девочки подойдем поближе, посмотрим.
красиво здесь, но грязно. Девочки, это такой ствол у борщевика. Смотрите, какой. Убрали такие причалы, были самодельные. Не знаю, может, ребята что-нибудь придумают в этом году. С ними так красиво устраивают туда-сюда. Там мужик на маршрутке, водитель маршрутки, рыбу ловит. Вот, вы стоите, ждете вашу маршрутку, а она тут. У мужика релакс. Ладно, шучу. Может, у него выходной. Лягушек еще нету. Никого нету, еще холодно. Волны там, знаете. Прям морская пучина. Салка выплывет. Но в этом море ничем не удивишь. В реке. Хотя люди здесь купаются. Летом. Я каждый раз смотрю и пугаюсь за них. Но народ не страшный. Что-то находит там. Мама дорогая. Теплоход плывет. В теплоходе музыка играет. Чайка там летает. Прям Балтийский берег.
ухожу. Это сейчас как ливанет. Я хотела еще какие-нибудь веточек зеленых нарезать домой. Как птички заливаются. Там, кстати, он цветет что-то. Кетучая. Мама дорогая. Ну что, кружок юных натуралистов. Насобирали, все везем домой. Снег. Девочки, снег. Мои петунии. Ну как так? Ну понятно, что... Ой, там тюльпаны расцвели. У меня ничего не расцвело еще. Ну там солнечная сторона. Так. Снег, дождь, все. Все. Нормально погуляли, да? Я уже около дома припарковалась. Буду выбегать. Вот так вот. Вот такая погода. Солнышко, а потом херак. Такой град, наверное, все-таки это град. Ну, я там, кстати, ехала, видела, соседи тоже уже высадили петунии. Вроде они до минус двух... выдерживает, тетенька говорила. Сегодня всего-то там, по-моему, плюс 5-7 было. Ну, то есть такое. Ну что, красота? О, ну понеслась. Я их немножко промыла. Сейчас еще спадет. Подожди, хватит жрать березу. Видите, каких только нет. И вот эти мохнатые. Это, кстати, ольха, по-моему. Вот это береза. Вот это клен. Да? Или вот этот клен. Или, ну, короче, здесь много чего есть. Клены, тополя. Вот это вот черноблудная рябина. Это береза. Даже есть вот это совсем еще почки. Это липа. Ну вот как-то так. Немножко зелени в дом. Ну и котиков же надо чем-то занять. Все, налетай. Тебя там бьет. Пьет. Все, девочки, такие дела. Такой сегодня влог. Время 5 час. Буду сейчас отдыхать. Посмотрю, может, из подработок что-то есть. Кристюш, сейчас я дам тебе погулять. Но там холодно уже. Там снег пошел. Петунья, кстати, вроде держится. Ладно, все. Пока-пока. Ты ж не дашь, да, матери спокойно доснимать? Ходит туда-сюда. Гуляй. Только сиди, пожалуйста, нормально. Не выходи туда. Кристюш, будешь плохо себя вести, я тебя выгоню сейчас. Вот сиди здесь. Садись. Садись, как приличный котик. Вот, сиди. Дусь, ты там это. За стеклом. Ну вот как-то так. Нагуляешься, скажи. Давай, улетай на небко. Давай. Улетай.
Давай. Ну что ты не хочешь улетать-то? Моя квартира жирности полна. Давай, лети. Что может быть вкуснее свежей зелени? Да, Дусь? Ничего. Вкусно? Скажи, мать, ты даже не представляешь, как. Наслаждайся. Что тебе сказать? Наслаждайся. Дусь, у тебя там что-то застряло. Нет, не важно. Ну ладно.